Новый день и новые места. Сегодня мы решили приехать на пляж Клеопатра. Знаменитый достаточно пляж в Турции с песочком. Везде как бы мелкая такая галька, а здесь вот песочек. Вот так вот он выглядит. Ну, сейчас похожу, покажу вам немножко, может кому-то будет интересно. Вот кафе, которое мы только что покушали. Ну, достаточно недешевое по сравнению с остальными, но цены так нормально приемлемые. Синее море, прекрасная погода, шикарная, но до сих пор волны. Волны так и не проходят. Каждый день практически сильная волна. Ну и такой легкий ветерочек. Стоит жара, солнце, как видите, на небе не облачко. Сейчас я вам покажу и этот пляж со всех сторон. Много достаточно тут отдыхающих, загорающих. Ну и как видите, вот с одной стороны гора, как бы такая лагуна получается у нас. И вот с этой стороны красивые горы. Над горами облачка иногда. Ну и с этой стороны гора. Говорят, там вот где-то есть фуникулер. Ну и всякие там развалины и так далее. Может быть, сходим туда. Так, давайте пройдемся немножко по пляжу. Песок тут вообще очень классный. Цвет такой у него приятный. Ходить по нему очень горячо, только, как говорится, в тапочках можно ходить. Девчонки тут есть такие красивые. Ну и волны, видите, какие волны. Достаточно сильные волны. Кораблей тут много достаточно плавает. Яхты проплывают. Ну, пляж такой достаточно интересный. Ну, на нем прилично народу. Ну и вон там оборудованное место. Там, я так понял, тоже загорают, катаются на бананах. Ну и на всем, что ездит по воде, плавает по воде. Ходит по воде, точнее. Ну и сейчас, как видите, висит вот красный флаг. Это значит, детям купаться нельзя. Но все равно дети купаются, конечно. Но бывает, что и гоняют. Не разрешают купаться. Периодически подходят и говорят, типа, вынимайте своих детей из воды. Ну вот, собственно, все, что я хотел показать. Если будете в Алании, приезжайте, знаете, что здесь есть такой пляж. На него можно приехать на такси, на автобусе. Место достаточно популярное. Ну, так здесь прикольно. Ну, а я с вами надолго не прощаюсь. Всем удачи, пока!